Чуть-чуть можно поплакать весной, но только чуть-чуть. Я же сказал, что сегодня чуть-чуть только можно плакать, больше будем веселиться и танцевать. Да, самое время немножечко там вспомнить, что мы пришли на концерт Мураками, это значит, что можно подвигать правой ногой, подвигать левой. Да, я очень люблю эту песню, потому что здесь можно не дурачиться. И всем вам тоже, потому что все будут смотреть на меня, а вы можете смело танцевать. Так много наверняка здесь есть людей, которые любят танцевать, они умеют этого делать. Поэтому берите пример с меня, я уже начала свою растяжку. Плечи, голова.